Здравствуйте, уважаемые друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем готовить манговый чизкейк. Вкусный, легкий, нежный, ароматный. Этими словами я описала десерт, который мы с вами сейчас будем готовить. Берем бисквит Джоконда. В этот раз я его выпекала в квадратной форме. Ссылку на видеорецепт я оставлю под этим видео. Все то же самое, как в видео было снято, только форма в этот раз у меня квадратная была. И теперь разъемное кольцо квадратной формы берем и выдавливаем из бисквита нужный диаметр нашего коржа. И выкладываем на блюдо, либо на картонную подложку этот выдавленный корж. Вырезанный бисквит я положила в квадратную форму 18×18 и внутрь я устелила ацетатную пленку во избежание прилипания нашего десерта к бортам нашей формы. Теперь приступаем к приготовлению пюре из манго. Нам нужно кусочки манго пробить блендером и сделать из них пюре. Теперь пюре нам нужно отмерить в двух разных емкостях. Одна емкость 70 грамм. И это у нас будет дополнение в наш муссовый сливочный крем. И вторая емкость 115 грамм. Разделили наше манговое пюре на две емкости. Одна емкость 70 грамм, в которую мы будем дополнять в нашу сливочно-сырную смесь. И вторая емкость 115 грамм, она пойдет у нас для мангового желе. Нарезаем одно манго кусочками в произвольной форме. Какая вам нравится вот такого вот размера. И убираем в отдельную посуду. Один очищенный апельсин тоже нарезаем небольшими кубиками. Не то чтобы кубиками, но не кружочками. Произвольная форма тоже. Последнее, что нам нужно нарезать, это киви. Киви я взяла двух видов, зеленый и желтый. Нарезаем тоже небольшими кусочками. Порошковый желатин высыпать в воду и оставить до полного растворения. Холодные сливки нужно взбить нам до 70–60%, то есть не до стоячих пиков, а чтобы они немножечко стали гуще. Добавляем сахар в сливки и размешиваем ложкой либо лопаткой. В отдельной посуде смешиваем пюре манго, сок лимона, йогурт экстракт ванильного. Хорошо размешиваем до полного объединения. Теперь к сливочному сыру нам нужно добавить наш растопленный желатин. И лопаткой объединить эти две массы. Теперь добавить смесь, которую мы делали из йогурта и пюре. Хорошо соединить до однородного состояния. Вливаем наши сливки и хорошо теперь все вымешиваем. Можно лопаткой, можно на минимальной скорости миксера, чтобы масса была однородная. Фрукты выкладываем, которые мы нарезали по бокам нашей формы.
нашу сливочную кремовую основу выкладываем в пищевой пакет, кондитерский мешок. И хорошо между фруктами заливаем эту основу, чтобы все залилось, хорошо было покрыто. И затем уже полностью выстилаем из нашего этого крема нашу форму. Можно из пищевого пакета и можно просто ложкой, лопаткой. И разравниваем, чтобы ровно все легло. Теперь нужно убрать на 40 минут в холодильник для застывания. Теперь, чтобы сделать желе из манго, нужно растопить желатин, добавить сахар, размешать. Сахар растворился. Пюре и хорошо размешать. Достаем из холодильника десерт и заливаем нашим желе и убираем в холодильник до полного застывания. Наш чизкейк готов. Вот такой он красивый у нас получился, аппетитный. Обязательно приготовьте. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы увидеть новые выпуски. До скорой встречи. Пока-пока.